Show me. Shitting on the pavement when I'm gripping grain, bitch. Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дейли. Добро пожаловать в наши ежедневные видосы. Ставьте обязательно прямо сейчас лайк авансом, и мы начинаем. Я сейчас приехал в Bus Motors и погрузил Лавра на подкат. Взял у Пипы подкат. И мы едем с Серегой на культуру заноса, как я обещал в прошлой серии. Прикрепил я Лавру моими стропами, они не очень оказались удобные, потому что они уходят под крыло, вот здесь слишком длинное. Ну, вроде сейчас подвязали, вот так нормально. Передний бампер бы уже не влез. Серега тоже погрузился, вот выезжает. У меня еще, конечно, такая тема, здесь очень близко колесо. Здесь, конечно, место есть. Все, можно ехать. Так, сейчас было парочку фейлов, не успел это снять. Короче, пока выезжал, там, где грузился, два раза машина упала с одной стороны с подката. Стропа что-то раз, рассоединялась из-за того, что был слишком такой, ну, острый угол, что ли, выезда, я не знаю, как это назвать. Короче, с прицепом, конечно, это все дело легче. Хотя прицеп там бы вообще не поместился. Но сейчас уже едем, Серега тоже едет, все в порядке. Все равно контролю машину, конечно, потому что раз, просто отстегнулась, упала. Чем с одной стороны, дичь. Приехали на культуру, уже разгрузились. Так как у нас нету сходней для этого подката, они сломались, Пип сказал. Мы на Серегиных сходнях, но они никак не фиксируются здесь. Поэтому так, съезжать надо было очень быстро. А так нормально доехали. Здесь народ катает по полной программе.
прокатился на лавре, на самом деле, когда только выехал, было ощущение, что что-то с рулем или что-то открутилось. Посмотрел, вроде все нормально. Потом еще покатался чуть-чуть, вроде это прошло. Какая-то фигня с куром, как будто, знаете, какой-то, не знаю, перекат, люфт. Но вроде потом все нормально стало. Сейчас покатался немного, за Серегой проехал. Прикольно вообще получилось, парно держался. Пробовал и в тормоз ехать, и просто в ручник. Сейчас дал Сереге лавр затестить, он на правом руле редко катается. Кстати, вибрации дикие просто. Едешь газ в пол, ну в отсечке на второй, вибрация такая, просто зуд жесткий. Как будто сейчас что-то вообще случится. Так, вот, Серега поехал. Блин, за ним Полищук, он думает, что это я там. Сейчас Серый скажет, что поздняя тачка, потому что видно, что он на маленьких оборотах едет. Там еще резинка, конечно, подстерлась. Да, у лавра необычный звук на самом деле. Отцепите меня. Ты хоть в отсечку нажал? Нет. А чё? Ну я не раз там нажал, что-то ещё. Так а чё, ты как-то, ну, то ли едешь, то ли не едешь? Короче, постановку страшно, потому что она слишком крутит руль по сравнению с моей. Ещё, ну, да. Речь. Ещё речь. Вы сейчас, конечно, там уже тёртишь такие. Да не, да, мне нормально. Тебе нормально? Да я смотрю, ты просто не раскручивал мотор, вообще едешь внизу там, да, где-то. Да. Не раздуваешь её. Да. А ты хоть почувствовал вибрации? Да, лютые. Лютые? Вообще лютые. Просто зло какое-то. Да. Я причем не понимаю, из-за чего это. Но у нас уже остались те части, которые уже надо что-то разбирать. Ну типа коробки, редуктор мы поменяли. Да не, коробка-то она со сливы. На сливе все ок было. Так, следующий затестит Саня Месяцев. Давай так ее, Сань, поагрессивней. А то Серега что-то вообще не агрессировал. Настолько дерзко, резко. Сань, надо было больше агрессии, там что-нибудь в отсечку долбить. Но резина, да, уже все? Резина, да, конечно.
ну, не особо держит. Да не, все, она уже вся. Я ну, поэтому... Ну, что скажешь? Чувствовал вибрация? Ну, во-первых, даже на разгоне сейчас такой, там, ну, вой, в отличие от кулака, еще такое ощущение, как будто не сильная вибрация, такая вот, как гудящая. Да. Вот, не знаю, либо, ну, даже не знаю, чего такая может быть. Потому что либо редуктор прям на жесткую настолько прикручен. В целом, ну, как бы, тачка дерзкая, резкая. Вот, ну, для меня, на самом деле, руль прям из рук аж вырывает. Вырывает прям? Как бы крутить руль сам, поэтому я прям... А, по школе? Да, по школе держал. И у меня такое ощущение, как будто морду протаскивает. Типа на перекладку. Да, есть такая тема. Мне кажется, сейчас не прогрета резина. Вот сейчас холодно стало и чувствуется она... даже на лысом колесе, что ты когда хочешь швырнуть, но я как бы ехал консервативно для того, чтобы, ну, типа, точно доехать, пока не можешь понять тачку. И вот на перекладку швыряешь, и вот момент, руль сначала кажется, что сильно, потом убрал. А потом, короче, очень много работы с рулем излишней. Мне кажется, что она не цепляется. Я думаю, это из-за холода, потому что я сегодня реально заметил, она стала немножко проскальзывать передним колесами. Событие небольшое. Нам в деревню пожаловал Никнак, сам Никнак, со своим батей. Они после РДС, получается, с Москвы в Питер приехали, по трейлхедам тут делам были и заехали к нам на культуру заноса. И сейчас Николас сел в тачку, сказал, что только в шлеме, ему дал свой шлем, сейчас будет тестить. Там, к сожалению, небольшое ДТП, поэтому полтрассы всего ехал, но даже неплохо, просто чуть-чуть не привыкнуто, что... Ну да, то, что здесь, ага. Да. А так прикольно.
атаке на левой тормозить, притормаживай и типа пересаживай там. Ага. Короче, ехать поменьше угол. Да, сзади поменьше надо. Как тебе движуха, расскажи. Прикольно, это даже как у нас стрит-класс. Я тоже, когда машины не было, она застряла в Алмане. Тогда я тоже не в зимней машине катался, и я даже тебе видос снимал. Да-да-да. Вот так мы тоже ездим, только вам чуть-чуть мощнее машине, и его есть. Ну да. Очень прикольно, молодцы, что вы катаетесь. Прикольно, накачать можно. Круто, круто. Николас мне говорил, все, едь поменьше, угол бери, чтобы как раз не заугливаться и перекладываться быстрее. Я разок сделал, так чисто принимаем опыт профессионалов. Ну, короче, тебе Лаур понравился, Лаурель. Да, неплохо. Тем более, ты был первый раз за правым рулем, можно сказать. Да, да. Не-не, прикольно. Вообще нормально. Все сделано, чтобы... А едет неплохо? Ну... Хорошо. Не знаю, мне понравилось. Нормально, да? Мне всегда нравится ехать боком, так что... Я понял, в любом. Даешь мне жигу, я тоже кайфую. Хорошо. Жигу надо зимой, короче, приезжайте зимой. We'll be right back.
Все, каточка закончилась, загрузились, подкат закрепили, весь зип сложили, выезжаем. Короче, дело в том, что у нас один домкрат мой, и он сломался. У него вытекло масло прям сразу на культуре. Поэтому мы без домкрата. Мы там у всех брали домкрат. И тут сейчас втухли. Я поворачивался, стропа слетела. Там одна стропа бракованная, короче. Tipping like a Mike Jones, gripping on my iPhone. Bad bitch wanna ride home, show that she can cry on. Добрались до Бусмотрса, как раз дождь пошел, успели покататься по сухому. Все, уже разгрузились, подкат вернул. Это что-то с моими стропами, которые у меня в тундре лежат. Мы ими связывали обычно там покрышки, колеса. А здесь вот я решил их применить на подкат. Они не подходят, надо покупать качественные. Ну, это если постоянно юзать подкат. А сегодняшним мне, в принципе, мне тренировка очень зашла. Сжег достаточно, ну, достаточное количество резины. 4 новых Westlake, 2 бэушных Westlake и 2 новых Ovation. Как обычно, разница после Westlake на Ovation просто колоссальная. Как будто ты просто одел стертые покрышки. Ну, несколько кругов катаешь, привыкаешь и уже там нормально едешь. Очень круто, что сегодня удалось не только самому покататься, но и другие ребята затестили тачку. Ник-нак, сам Ник-нак затестил тачку. Это очень круто, обменялись таким неким опытом. Позадавал ему всякие вопросы, как там он едет, как лучше ехать, ну, что ему кажется, как рулится лавр. В принципе, ему все понравилось, так как он был впервые на правом руле, конечно же, непривычно, но, в принципе, сказал, что рулится хорошо, по мощности тоже там вопросов не возникло. Единственное, что вначале он сказал, что перекладки типа такие, ну, как будто, не знаю, не такие резкие, как у него на 36-й. Но потом он покатал еще пару кругов и понял, что к чему, как на лавре это надо делать, потому что лавра все-таки база длиннее, чем у той же 36-й, там, у Сильвии. Конечно же, он перекладывается не так резко, но можно делать резкие перекладки, опять же, там, со сцеплениями сделать или еще там резко руль кинуть, тогда, в принципе, на нем реально делать резкие перекладки. Ну, его покатал немного, там, за Серегой поездили, ну, короче, весело провели время. Также я еще понастраивал подвеску, вот как раз вот эта теория, когда мягкие пружины, Ник-нак тоже мне подтвердил эту теорию, когда мягкие пружины, у меня сейчас стоят пружины 5 килограмм, нельзя делать максимально мягкие стойки по регулировке сверху. Их надо делать, ну, плюс-минус там в середине. Я делал их в самую мягкую, в самую жесткую, посередине, там всего 30 щелчков. Я делал и 20 щелчков, и 10 щелчков. Остановился я на 10 щелчках, вот вроде как ничего. Также еще морду тоже порегулировал, у меня было там 15 щелчков, я сейчас сделал 20, то есть в жесткость. Вроде как стало лучше. Ну, короче, хотел поэкспериментировать, именно с подвеской поэкспериментировалось, мне все понравилось, вот так пока оставлю. Что касается вибраций. В прошлом видосе я говорил, что в дрифте они не мешают. Их действительно в Москве, ну, реально их не было, по-моему, такого не было. Сейчас просто едешь в отсечке или там на больших оборотах 4, 5, 6 тысяч. Просто жесть. Так что-то вибрирует, как будто сейчас просто, я не знаю, что-то разлетится. И постоянно едешь каждый круг так вот. Не знаю, что с этим делать, с учетом того, что мы ничего не нашли. Мы реально вчера целый день потратили, ничего не нашли. Не знаю, ну, буду, конечно же, искать дальше. Вот хочу обратиться к Диме Квасову. Приедет с отпуска, на его подъемник загоним. Соберем консилиум. Может, Дим посмотрит, может, что-то найдет. Потому что хочется реально найти эту проблему, не кататься так. Не знаю, может быть, что-то с коробкой случилось, и она дает какие-то вибрации. Но, опять же, коробка со сливы, и на сливе все было хорошо. Не было там никаких вибраций вот этих всех. Кардан проверяли, редуктор такой же. Ну, то есть, я поменял редуктор, они, кстати, усилились, получается. Ну, не знаю, нет, на самом деле, я думаю, не в редукторе дело, потому что я уже 3 редуктора здесь поменял. И при всех 3 редукторах были вибрации. Опять же, подушки редуктора, они всегда были вот металлические. Может быть, как я уже говорил, опора коробки, именно подушки коробки и двигателя, может, они слишком там жесткие. Там они из полиуретана, но не уверен, не уверен. Не знаю, еще, конечно, из-за того, что там варили каркас машину, она вся стала жестче, больше вот, ну, передачи вот, вот этих всех вибраций стало. Короче, пока не знаю, что об этом говорить, но эта проблема еще остается. Ну, а так, по лавру скажу, что
Машина отлично едет. Мне все нравится. Сегодня накатался парно. Очень много катались с Серегой. Серега там поднаучился кататься. Реально молодец. У него есть прогресс. Я, правда, не видел, конечно, как он за мной едет. Но видел, как он катался с другими тачками. Мне понравилось. Там несколько было у него прям перекладок. Таких прям хороших-хороших. Когда ныряешь прям. Это хорошо. То есть прогресс имеется. И я рад. И надо просто чаще тренироваться. Тогда прогресс и скилл будет повышаться. Потому что без тренировок. Сколько угодно можно говорить о дрифте. Смотреть дрифт. Но без тренировок ты не будешь получать скилл. Поэтому, конечно, тренироваться надо. И не только перед соревнованиями, там, за два дня. А надо просто ездить и тренироваться. И тогда, ну, скилл будет больше. И будешь понимать, что делать вообще с машиной, когда едешь там в парном заезде, например. Ну и на этом наш видос подходит к концу. Огромное спасибо, что его посмотрели. Спасибо и респект тем, кто поставил лайк этому видео. И с вами, как обычно, был Серега Стилов. Подписывайтесь на мой инстаграм обязательно. И стройте тачки, тренируйтесь. И до новых встреч!